чем секрет обаятельных личностей? Они выбросили из головы негативные слайды и вставили позитивные. Обаяние – это взаимная любовь души и разума. Обаятельная личность находится в состоянии праздника души. Вот это ощущение праздника и чувствуют окружающие. Таких людей очень немного, но вы можете войти в их число. Для этого необходимо повернуться к своей душе, полюбить себя и выйти на путь к своей цели. При этом не только изменятся личные качества, но даже тело станет более привлекательным, лицо симпатичным, а улыбка обворожительной.